Вопросы, касающиеся качества медуслуг, пожалуй, самые распространенные. Как выяснилось из отчетного доклада Бекбулата Избасарова, наш регион нуждается в квалифицированных медиках, а именно в педиатрах, терапевтах, врачах скорой помощи и других. Сейчас средняя заработная плата врачей составляет 590 тысяч тенге, а медсестер и другого персонала 200 тысяч. По информации спикера, до конца этого года планируется завершить строительно-монтажные работы нескольких районных больниц. На 10 объектах еще идет капитальный ремонт, а на 4 уже завершены. Особое внимание уделено оснащенности медорганизации оборудованием, так как в этом нуждаются районы и сельские больницы. На этот из областного бюджета выделено 824 миллиона тенге. Хотелось бы поднять тему и нужды медицинских кадров. Требуется много терапевтов и других узких специалистов. Для подготовки профессиональных кадров для студентов организована практика в медучреждениях. В городе это несколько поликлиник, такие как 1-я, 2-я, 3-я, 7-я. Также практику проходят в районных больницах. На сегодняшний день оснащенность медорганизации оборудованием составляет 94%. Лечение злокачественных опухолей, уход за тяжелобольными и своевременная выдача лекарств – эти пункты тоже всегда волнуют население. Особый уход и обеспечение медикаментами требуют люди с ограниченными возможностями. Таких в нашей области на сегодняшний день 29 200 человек. Это взрослые и дети. С первой группой инвалидности проживает 5 225 лиц, со второй группой 11 316, с третьей группой 12 659 лиц. Через СК-фармация ведет обеспечение лекарствами населения. Какие-то планы начали реализовываться уже в этом году, а что-то оставили на следующий. Обсуждение данных вопросов – дело одно, отмечают общественники. Важно, чтобы был и результат. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».